Всем привет, дорогие друзья. Меня все так же зовут Дима Николс, и сегодня мне 23 года. Ура, товарищи, ура, 23 года. Может, кто-то сказал бы, что мне нужно плакать, потому что я уже старый. Но, ребят, я радуюсь, потому что это новый этап моей жизни. Я переехал в Киев, я изменился немного за этот год, мне кажется, в лучшую сторону. И все так же у меня все, в принципе, хорошо. Поколись, я постучи, блин. Просто за улицей идет стройка, как бы я не могу закрыть окно, потому что нереально жарко. Это лето просто вообще очень такое насыщенное жарой, потому что, блин, шел дождь, все такие думали, блин, да нужно жару. Нормально, когда дождь шел, как бы меня все устраивало, блин, была нормальная погода, нету, хотелось жары, получите, распишитесь. Ребят, я вам хочу сказать спасибо большое за то, что вы меня поздравляете с днем рождения, вы просто чудо. Я, честно говоря, я немного даже заплакал. Снова. Мне кажется, на каждый день рождения я буду плакать, когда буду читать ваши комментарии или ваши поздравления. Реально, некоторые люди пишут так проникновенно, что ты сидишь и думаешь, почему вы за мной сидите? Может, это, конечно, не так, но как бы, может, вы просто все обо мне знаете, но я, честно, немного в шоке. Хочу сказать спасибо большое своим друзьям. Ребята, спасибо, что вы со мной идете, не знаю, по какому-то пути, сопровождаете меня, дружите со мной, делитесь своим настроением, эмоциями. Я вас люблю. Отдельно хочу сказать спасибо большое родителям своим, потому что, мам, ты знаешь, что сейчас как-то не очень все хорошо, потому что, есть трудности всякие, но все равно я тебя люблю, и, папа, вы самое лучшее, что у меня есть. Я хочу, чтобы вы жили очень долго и счастливо. Не знаю, ребят, хочу с вами просто поговорить на какую-то отдельную тему, но не хочется осуждать мое день рождения, все это видео. Хочу вам дать несколько советов по жизни, мне кажется, это было бы кстати. Просто я прожил там 23 года, как бы это небольшой очень срок, но я чего-то, не то, что чего-то добился в этой жизни, я просто что-то узнал. Хочу с этим с вами поделиться, как бы я думаю, что вам будет интересно. Ребят, самое главное, достигайте своих целей. Когда вы ставите свои цели, достигайте их. Не бросайте на середине пути. Если вам что-то понравилось, вы этим загорелись, ребят, идите до конца. Что бы вам кто-то ни говорил, там, ты лох, ты чмо, ничего не получится, да давай с нами пивка выпьем. Ребят, ваша цель — это лучшее, что у вас есть. Достигайте ее, это просто вот самое лучшее. Никогда не ставьтесь на середине пути. Второе. Занимайтесь только любимым делом, только любимым. Вот что бы это ни было, если это с удовольствием, занимайтесь этим. Да, если не приносит даже бабок, не знаю, работайте на работе и занимайтесь только этим делом. И чувствую, что в итоге, после истечения какого-то времени, оно начало приносить бабки. А чего мы хотим? Денег! Все мы хотим денег. Кто бы никто не говорил, считается, что все лгут. Я хочу там любви, я хочу там того. Все хотят бабок. Не знаю, все люди, которые сделают, все хотят денег. Нет таких людей, которые говорят, ну, деньги нам не важны. Это не так. Блин, наши эмоции такие классные. Что еще могу вам сказать? Кажется, самое главное — визуализация. Реально, я недавно понял, что такое визуализация. Конечно, объясню, что это такое. Когда ты думаешь о чем-то, то есть ты говоришь об этом, постоянно думаешь об этом, и это происходит. Серьезно, ребят, думайте только о хорошем, что бы ни происходило. Вселенная, она не понимает знаков, типа, плохо, хорошо. Если ты хочешь, чтобы тебя стырили велик, и ты постоянно об этом думаешь, у тебя стырят велик. Не думай об этом. Думайте только о хорошем. Читайте хорошие книги, развивайтесь. Саморазвитие — это реально самое главное для меня сейчас в жизни. Мне кажется, что это было самое главное для меня, наверное, всю жизнь, но я об этом просто не понимал. Читайте книги умные, полезные, интересные. Не бухайте много, не курите сигарет, не курите кальянов. Хотя я сам иногда это делаю, но я за это себя очень не люблю. Меньше гадостей, больше спорта в вашу жизнь. Реально, когда вы начнете заниматься спортом, вы начнете легче даже дышать. То есть бегайте, прыгайте, занимайтесь спортом. Вчера, кстати, посмотрел прикольную штуку, называется кроссфит. Для себя открыл реально эту вещь. Этот вид спорта, я не знаю, как его назвать. И это очень круто. Блин, это такие чуваки, не занимаются, выносливые. В общем, ребят, много трёпа, мне кажется. День рождения. Сегодня очень интересный день у меня будет. Я думаю, что все равно в блоге вы увидите о моем. Сейчас скажу, что вы лучшее, что у меня есть.
Я вас очень сильно ценю. Знаете это, верьте в это, что вы в моем сердце. Спасибо, я вам желаю хорошего дня. Делюсь с вами хорошим всем настроением. Удачи, ребят. Я вас люблю. Пока.